На стадионе «Металлург» прошел турнир по футболу среди ветеранских команд. В гости к видновчанам приехали спортсмены из столицы. Яркая, динамичная игра завязалась с первых минут. Обе команды оказались в отличном игровом тонусе. Футболисты прекрасно знают сильные и слабые стороны друг друга. Они встречаются на поле уже далеко не первый раз. У нас сейчас межсезонье в чемпионате Москвы, поэтому мы рассматриваем эту игру как подготовку к сезону. После первого тайма Москва ведет 2-1, но игра такая равная и упорная. Во второй 30 минутке видновскому «Металлургу» не удалось забить гол. Москвичи только наращивали свое преимущество. Итоговые цифры на табло – 3-1. Сегодняшний тур посвящен «Нет наркотикам». Таких у нас 5 туров фестивальных. Турнирной таблицы как таковой нет. Приглашаем команды, которые либо готовятся, либо посвящены какому-то мероприятию. Сейчас видновчанам предстоит подготовка к футбольному турниру «Дагомыс Кап 2023» среди команд ветеранов возрастом 45+. Соревнования пройдут в сентябре.